Привет! Рада вас приветствовать на YouTube-канале Гильтек. Меня зовут Ксения Вебер, я блогер и косметический обозреватель. С радостью расскажу вам о том, какие продукты от бренда Гильтек я люблю больше всего. И хочу я начать наш разговор с продукта, который я попробовала первым у бренда Гильтек. И это маска энзимная пектиновая. И после того, как я попробовала эту маску, я поняла, что с брендом Гильтек нам по пути. Энзимы – это ферменты, которые разрушают так называемые корнеодесмосомы. Это мостики, которые соединяют ороговевшие клеточки нашей кожи. Это самый щадящий вид пилинга, какой только может быть. Пектиновая энзимная маска делает кожу мягче, она освежает цвет лица, она деликатно отшелушивает, без какого бы то ни было раздражения. Она совершенно универсальна. И за годы использования, да, вы не ослышались, именно за годы использования я получила массу положительных отзывов, в том числе и от своих подписчиков. Некоторые из них писали даже о том, что данная маска помогает избавиться от милиумов, или как мы в народе называем это явление, просянка. Поэтому если вы страдаете неровным рельефом кожи, расширенными порами, пигментацией, вам эта маска может действительно пригодиться, и, как я уже сказала, использование ее не вызывает никаких сложностей. Вы можете ее использовать после очищения, нанеся на сухую кожу. Вы можете закрыть эту маску, например, влажным полотенцем, потому что энзимы очень любят тепло, и даже отправиться вместе с этой маской в сауну на пару минут. Я думаю, все вы знаете, что бренд Гильтек – это крупное производство, которое работает по стандартам GMP, и Гильтек, как понятно по названию, дебютировали на рынке со своими гелями для УЗИ в частности. Но потом бренд стал выпускать и гели для косметологического применения. И вот здесь, мне кажется, бренду равных нет. Потому что если вы хотите подобрать гель для аппаратных методик, любых, это может быть ультразвук, это могут быть микротоки, электромиостимуляция, РФ, массаж лица, аппаратный или мануальный, неважно. Любой гель под любые нужды, под любой тип и состояние кожи, под любой морфотип вы найдете у бренда Гильтек. Но мы часто с вами прибегаем к такой процедуре, причем сколько бы лет нам ни было, как чистка лица. И вот самый распространенный вопрос, который я как практикующий косметик слышу: какой препарат, какой гель подобрать для чистки? Я ни минуты не сомневаюсь. Я всегда знаю, что у бренда Гильтек есть гель для дезинкрустации, лучший на рынке, замены которому нет. Именно этот гель позволяет сделать чистку лица ультразвуком. Именно он подходит для процедуры холодного гидрирования. Именно он подготавливает кожу к процедуре и делает в комплексе вашу кожу абсолютно чистый. Вот почему я так его люблю и действительно искренне считаю, что аналогов ему нет. Давайте продолжим тему гелей, потому что, мне кажется, это визитная карточка бренда Гильтек, и я хочу вам показать еще один гель, который подходит как для самостоятельного использования, так и для применения вместе с аппаратными методиками, которому нет аналогов. Вот. Абсолютно. И это гель, моделирующий для нижней трети лица. Этот гель, как никакой другой, подходит идеально для деформационного морфотипа. Напомню, что такое деформационный морфотип. Это тип старения, его также называют деформационно-отечным, при котором самые явные возрастные изменения вы видите в нижней трети лица. И это изменения именно деформационного характера, то есть меняются черты лица, меняется овал лица, если быть точнее. Могут появляться брыли, второй подбородок, очень явно видны носогубные складки, то есть создается ощущение, что лицо как будто бы смещается, оплывает вниз. И здесь мы с вами сталкиваемся также еще и с тем явлением, что поскольку этот морфотип характеризуется ярко выраженной подкожировой клетчаткой, он склонен еще и к отечности, поэтому он называется деформационно-отечным, потому что жир, подкожировая клетчатка, она всегда притягивает влагу.
И вот этот вот гель, который именно предназначается для деформационного морфотипа и прекрасно совмещается, например, с РФ-методиками, с РФ-лифтингом, потому что РФ-лифтинг тоже в том числе, на самом деле, направлен на утончение подкожировой клетчатки, но подходит, конечно, этот препарат и для других методик, подходит и для самостоятельного использования без аппаратов, то есть вы просто можете им пользоваться каждый день. Он содержит и компоненты, которые снимают отек, и липолитики. И вот этому гелю действительно нет равных. Если вы хотите не просто сделать процедуру по какому-то подходящему контактному гелю, а по гелю, который сам по себе даст результат, и использование которого на ежедневной основе пролонгирует этот результат, я действительно рекомендую этот незаменимый препарат от Гильтек. А сейчас передо мной стоят целых 3 продукта, и не случайно, потому что для меня это процедура, это ритуал. Все 3 продукта связаны между собой, логику я сейчас объясню, и действительно они помогают преобразиться вам за короткое время. То есть если вам бы хотелось такого вау-эффекта, например, у вас завтра какая-то важная встреча или, может быть, свидание, с чем я вас и поздравляю, обратите внимание на вот эти вот 3 простых шага. Они подойдут даже тем, у кого очень мало времени, кто сторонник минималистичного подхода по уходу за кожей. Сейчас, кстати, очень модное направление скин-минимализм. Ключевым звеном в этом ритуале является всесезонный отбеливающий пилинг, который представляет из себя комплекс из кислот и антиоксидантов. Сюда входит молочная и миндальная кислота и такие антиоксиданты, как феруловая кислота, экстракт зеленого чая, который богат катехинами, и диметиламиноэтанол. Такой пилинг действительно подходит как на зиму, так и на лето. Я, кстати, перед сегодняшней съемкой тоже его сделала, потому что невероятно его люблю. У него очень податливая текстура, он элементарен, очень прост в применении, он такой немножко как будто маслянистый, легко распределяется кистью тонким слоем, подходит даже для самой чувствительной кожи, для кожи с куперозом, для кожи с розацией, для кожи с какими-то несовершенствами. Это могут быть расширенные поры, черные точки. Для зрелой кожи, причем любого морфотипа. Это может быть и усталый морфотип, и деформационный морфотип, и мелкоморщинистый морфотип. Для кожи с пигментацией, безусловно, потому что и молочная кислота, и те антиоксиданты, которые входят в состав этого пилинга, прекрасно справятся в комплексе с этой задачей, особенно если вы в свою рутину включите, например, витамин С. Может быть, это будет та же самая энзимная пектиновая маска для поддержания результата. Пилинг помогает сделать кожу фарфорово-гладкой, сияющей. Вот я сегодня даже практически не припудривалась, хотя съемка, яркое освещение, потому что делает кожу невероятной по текстуре, без лишнего блеска, сужает поры. В общем, когда мне предстоят такие важные события, как сегодня, например, съемка для любимого бренда, я обязательно прибегаю к помощи этого пилинга. Что я использую после пилинга? Самый простой способ, какой только может быть, чтобы успокоить, восстановить, регенерировать кожу после пилинга, является использование питательного ламеллярного крема. Этот крем представляет из себя смесь масел, таких как масло ши, например, масло кокоса. Сюда входят другие успокаивающие и регенерирующие компоненты. Но нам с вами нужно понимать, что такое вообще ламеллярный крем, что это за слово такое. У нас с вами есть 3 слоя кожи. Эпидермис, дерма и подкожировая клетчатка. Вот то, к чему мы с вами прикасаемся, это эпидермис. Точнее, если быть точнее, это роговой слой нашей кожи. То есть называют еще этот слой омертвевшим, потому что его составляют безъядерные клетки корниоциты. Но мне так не нравится это слово. Но тем не менее, если мы с вами вот эти корниоциты представим как кирпичную кладку, как стену, вот между этими кирпичами есть цемент. В нашей коже, конечно, это не цемент, это липиды.
И вот если мы с вами в микроскоп будем рассматривать структуру этих липидов, то есть помимо того, что мы знаем, какие это именно компоненты, что это церамиды, жирные кислоты, холестерол и так далее, мы еще увидим, что они не лежат таким единым пластом. Они представляют из себя такую слоистую структуру. Слой водный, слой жировой, слой водный, слой жировой. То есть уложены липиды вот такими вот пластами. И структура ламеллярного крема подобна этому строению. То есть, конечно, вы глазом этого не увидите, для вас это будет обычный крем. Но опять же, если мы посмотрим в микроскоп, мы эту структуру ламеллярную или жидкокристаллическую, как ее еще называют, увидим. И вот именно эта структура, подобное строению липидов в роговом слое нашей кожи, помогает крему истинно проникнуть в эпидермис, не на поверхности остаться, а проникнуть, потому что кожа распознает такую структуру ламеллярного крема как тождественную себе, как родственную себе, и, соответственно, такой крем истинно, в дерматологическом смысле слова, увлажняет, восстанавливает и регенерирует кожу, препятствует трансэпидермальной потере влаги. И вы результат видите истинно с первого применения. И представьте себе, мы пилингом сначала подготовили нашу кожу, а потом ламеллярным кремом, который проникает после этого пилинга, лучше закрепили результат. Если хотите, между пилингом и ламеллярным кремом может быть промежуток какой-то, например, в виде сыворотки с гиалуроновой кислотой или в виде сыворотки с пептидами, потому что, согласно исследованиям, в течение 40 минут после использования пилинга пептиды проникают в кожу лучше. Вот он наш с вами вечерний ритуал. На утро все, что нам остается нанести, особенно если вы торопитесь, это новый солнцезащитный крем от бренда Гильтек, который представляет из себя легкое покрытие, потому что у него формула oil-free, максимальную степень защиты и от лучей типа А, и от лучей типа Б, за счет того, что он является смесью из физических фильтров, химических фильтров предыдущего поколения, химических фильтров нового поколения. Сюда же входят антиоксиданты. То есть это может быть единственный этап вашего ухода утром. Если все-таки вы хотите разнообразить и усилить ваш уход, опять же, под этот крем наносите любые продукты с антиоксидантами. Они улучшат цвет лица, вы будете выглядеть бодрее, свежее. У бренда Гильтек есть великолепные сыворотки с кофеином, есть мультивитаминные сыворотки, есть сыворотки с витамином С, с дигидрокверцетином, с диметиламиноэтанолом тем же самым. То есть без антиоксидантов с Гильтеком вы не останетесь. Но для того, чтобы защитить вашу молодость и красоту, и для того, чтобы лицо не блестело, утром, после того, как вы использовали пилинг, пожалуйста, не забывайте про защиту от солнца. Конечно, любимых продуктов от бренда Гильтек у меня гораздо больше, но в этом видео я решила остановиться именно на этих. А если вы хотите узнать, какие еще косметические средства являются моими любимчиками, тогда смотрите следующие выпуски. Меня зовут Ксения Вебер. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Гильтек. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем рады вашим вопросам и комментариям под этим видео. И, конечно, будем благодарны за лайки, ведь мы очень старались. Пока!